Мира 123 – это большой дом, в котором живет очень много детей. Для того, чтобы всем им было где играть, инициативная группа и местные КСК обратились на отчетной встрече к градоначальнику. Попросили заменить старые элементы детской площадки. И нам пошли навстречу, и вот за третий квартал вот, и нам прекрасно 13 снарядов поставили добавочно. Поэтому у нас сейчас двор большой стал. Вечером детей собирается до 50 человек, я как-то специально считала. Ну, дети все довольны. Визгу довольного море, эмоции у детей море. Самое главное, говорят родители, это даже не яркие цвета новой детской площадки, а то, что она полностью безопасна для детей. Под присмотром родителей с малышами здесь точно ничего не случится. У меня дочери 5 лет старшей, а младшей 3 месяца всего. И вот мы каждый день практически выходим гулять, и вот каждый, вот даже взять паровозик тот же самый, вот этот замок, ну вот просто... У ребенка потом нельзя будет домой даже загнать. Всего в Петропавловске за 3 года установили более 180 детских площадок. Из них только в этом году в наших дворах появилось 45 новых городков.